послушаем сказку? Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится. Сказка от начала начинается, до конца читается. В середке не перебивается. Но это пока не сказка, а присказка. Ведь присказка перед сказкой, что верста торчит на дороге полосатая. Без нее не узнаешь, далеко ли прошел, и длинен ли еще путь останется. Вот так, забавными присказками-прибаутками, начнем мы новую рубрику про удивительный жанр литературы, в котором работали многие замечательные русские литераторы, про сказку. Это один из древнейших видов художественного творчества человечества. Становление русской сказки относится к временам славянского язычества. По версии многих ученых, сказка пришла на смену мифу и многое от него унаследовала. Но, тем не менее, она представляет собой принципиально иную форму искусства. У мифа и сказки совершенно разные цели и функции. Миф предполагал обязательную веру в то, о чем в нем повествовалось, потому что исходил из представления об абсолютном правдоподобии излагаемых событий, в которых объяснялось, как создавался мир, как он устроен, как появились на Земле люди и как организована их жизнь. Сказка утверждает себя прежде всего как художественная фантазия и даже настаивает на этом, заявляя, что сказка ложь, да в ней намек. Это эпический жанр, основанный на вымысле, где чудесное и фантастическое играет сюжетообразующую роль. Сказка художественно пересоздает мир, заставляя задуматься о вопросах не только социального порядка, но и духовно-нравственного. Этот фольклорный жанр имеет несколько разновидностей. Среди ее жанровых форм выделяют сказки о животных, растениях и предметах, как самые древние из созданных людьми в этом роде. Сказки волшебные и бытовые. Фольклорная сказка является плодом коллективного творчества и мировоззрения и отражает те времена, когда личность еще не выделилась из коллектива и, естественно, не было письменности. Поэтому этот жанр бытовал только в устном и анонимном виде. Сказочные сюжеты существовали во множестве вариантов, характерных для разных регионов Руси. Сказка выработала свою поэтику, то есть специфические художественные формы, технику, средства, приемы. Если присказка – внесюжетный элемент сказки, то ее обязательными частями являются зачин с определенными инициальными формулами, вроде «жили-были», композиционные элементы или функции, которые составляют структуру сказочного сюжета, концовка. В сказке используются приемы троичности, параллелизма, фантастики в виде чудесных персонажей, атрибутов и совершенно условного времени и пространства. Сказка всегда вызывала к себе глубокий интерес, и в те времена, когда появилась литература как вид искусства, сотворенный автором, писателем. Она была источником представлений о народном менталитете, его духовной жизни. А главное, примером такого вида художественного творчества, которое, отрываясь от жизненной конкретики, подражательности, поднималось над обыденностью и давало образцы иносказания, позволявшие говорить о явлениях высшего порядка, задумываться о вечном, духовном. Поэтому вполне естественно, что возникло желание перенести опыт фольклорной сказки на литературную почву. Это произошло впервые в XVI веке в Италии, где появился сборник «Сказка сказок» или «Пентамерон» Джамбатисты Базили. А затем в XVII веке во Франции вышел сборник Шарля Перро «Сказки моей матушки Гусыни». Так началось настоящее шествие литературной сказки по литературам мира. Литературная сказка – это авторское произведение, в котором проявляются особенности, свойственные поэтическому миру писателя. Его мировоззрение, эпоха, в которой он живет, художественное направление, к которому он принадлежит. В этом качестве сказка приобретает все те черты, которые свойственны литературе. Разнообразие тематики и проблематики, сложность композиции и форм повествования, психологизм, философичность, особые качества пространства и времени. В ней проявляется особый подход к действительности и ее оценке, новые связи с этой действительностью. Жанр литературной сказки – явление неоднородное. Он имеет несколько жанровых форм,
среди которых выделяются созданные на основе народно-сказочных мотивов и сюжетов и созданные на основе, собственно, авторского сюжета. Достоянием русской литературы сказка стала в XVIII веке, когда в 1766-1768 годах появилась книга «Пересмешник» или «Словенские сказки» Михаила Дмитриевича Чулкова. За ней во множестве появлялись сборники сказок Василия Алексеевича Левшина, Ипполита Федоровича Богдановича, Ивана Ивановича Дмитриева, Николая Михайловича Карамзина, Александра Николаевича Радищева, Михаила Матвеевича Хераскова, Гаврила Романовича Державина. Не отставала от них и Екатерина II. Такое внимание к сказке вообще и как к литературному жанру, возникновение этого жанра и его развитие было связано с пробуждением интереса к своей народности, к своему прошлому, к тому, в чем выражается народность и в чем отражается народное прошлое. Особого расцвета она достигает в эпоху романтизма, который рассматривал сказку с одной стороны, как глубочайшее выражение народного духа, а с другой, как способ достижения высшего художественного результата, как искусство в чистом виде, обладающее способностью высочайшего обобщения, утверждающего общечеловеческие ценности. Сказка в эпоху романтизма стала каноном подлинной поэзии. В 1820-30-е годы в России засияла целая россыпь блистательных литературных сказок первого типа, основывающихся на мотивах и поэтике народной сказки. Это сказка о медведе Костоломе и об Иване-купецком сыне Ареста Михайловича Сомова. Старинные сказки с новыми присказками Николая Алексеевича Полевого. Две сказки Василия Андреевича Жуковского. Сказка о царе Берендее и спящая красавица. В эти годы появляются сказки Александра Сергеевича Пушкина, хотя работать в этом жанре он начал еще в Михайловской ссылке в 1824 году, но вышли они в свет уже в 30-е годы. Сказка о медведихе, сказка о попе и работнике его балде, сказка о царе Салтане, сказка о рыбаке и рыбке и сказка о мертвой царевне и семи богатырях. В 1834 году издана сказка о золотом петушке, и тогда же появился конек-горбунок Петра Павловича Ершова. Немалый интерес вызвали выпущенные в 1832 году в Петербурге издательством «Плюшара» русские сказки из предания народного из устного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Эта книга была написана Владимиром Ивановичем Далем. Книга имела подзаголовок указание «Пяток первый», конечно, обещавший выход и других выпусков. Но сказки Дали показались блюстителям российского закона неблагонадежными. Директор канцелярии 33-го отделения, статс-секретарь Мордвинов, докладывал своему начальнику, шефу жандармов Бенкендорфу, что в книге содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и прочее. Мордвинов показал ее государю, который приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения. Оставшиеся у книгопродавцев экземпляры русских сказок были изъяты. «Пяток первый» в один день сделался редкостью. Хлопотами добрейшего человека Василия Андреевича Жуковского Даль был освобожден, но имя казака Луганского приобрело популярность в литературных кругах близких Александру Сергеевичу Пушкину. На почве общего интереса к русскому фольклору и народному языку состоялось первое знакомство Даля с поэтом. Даль подарил великому поэту книгу своих сказок. Пушкин, сам отдавший дань этому жанру, очень обрадовался такому подарку и в ответ подарил Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей новой сказки о попе и работнике его балде со знаменательным автографом «Твоя от твоих сказочнику, казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин». Пушкин писал о сказках Даля. «Нам еще учиться надобно у народных сказок. Советую вам почитать сказки казака Луганского». Это псевдоним господина Даля. Так в народных сказках этих бездна поэзии.
Пушкин поддержал Дали в его работе над толковым словарем живого великорусского языка. А о собранных Далем пословицах и поговорках отозвался восторженно. Что за роскошь? Что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Даль, как друг и врач, присутствовал при последних часах жизни Пушкина. Умирающий Александр Сергеевич передал свой золотой перстень-талисман с изумрудом не кому-либо из родных, а Далю со словами: «Даль, возьми на память». А когда Владимир Иванович отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво повторил: «Бери, друг, мне уж больше не писать». Наталья Николаевна позже передала ему пушкинский сюртук, в котором поэт стрелялся на дуэли.